Так, ну что, значит, смотрите, мы в Сан-Франциско приехали. Надо вот этим трем бойцам... Голубь! Сделать паспорта, в общем. Делаем паспорта в Сан-Франциско. У них уже просроченные проездные документы только остались. Это у нас улица Пайн. Слушай, ну в Сан-Франциско вот так и остались эти места. Видите, забитые фанерой прям здания. Это самый центр. Довольно много. Да, таких, много осталось. Которые не открылись после этих погромов. Да, да. Так, Назар у нас с Иван Сусанин, хоть бы нас да. не завел куда-то. Ну. Куда идем? Куда? Все пустое сюда. Магазин с драгоценностями пустой. Ну да. Okay. Так, ну что, мы сделали документы, не прошло и 4 часов. В общем-то, это долго очень, да. Очередь была большая, потому что люди записываются по одному вопросу, а решают по 4 вопроса сразу. Из-за этого очередь образуется не слабая. Вот, ну а сейчас время пообедать, все голодные. Поэтому сейчас пойдем мы куда-нибудь в какой-нибудь супер-дупер. И потом поедем домой. Да, здесь надо через пешеходный переход. Мы подождем пока. Вот сейчас. Человек делает фотографии и делает паспорта. И если ждем, ждем, сейчас. Документы. Вот, видишь, сейчас загорается, смотри. У них там супер работник. Он делает все вещи. Ну вот, видишь. Так, как вы поняли, мы в кафе, которое так и называется супер-дупер. Поэтому здесь все супер. Есть гамбургер, супер-бургер, потом есть супер-салат. Супер картошка, ну не так она называется, и супер шейк. В общем, сегодня будем пробовать супер салат и, естественно, супер бургер. И попробуем с чесночком картошечку. Вот такой план у нас для сегодня. Вот так выглядит эта забегаловка. Можно внутри кушать или на улице есть столики. Пока что мы получили только наши... Ты смотри, что ты снимаешь. Да. Я самое главное принес, огурчики. А добавку огурцов можно? Сколько хочешь. Еще пойди принеси, давай сразу еще пойду принесу. Возьму еще 2 пачки. Я взяла 7-Up и Кока-Колу. Ребята, это малосольные огурцы. И очень вкусные. Покажи, Захар. Огурцы очень вкусные. Так, ну что, ну я вам могу сказать, ребятки, когда толпой собираешься так кушать, это не дешево. Пока детей нет, говорю, я такие вещи при детях не говорю. $90 за все это удовольствие я заплатил. Я не видео не посмотрю. Ужас. О, ужас. Ужас. Вам салат принесли. Опа, мамочка, вот это супер салат. А где шейк? Это Захарин. Это Захар. Ничем не отличаются мини-бургеры и супер-бургеры. Нет. В больших бургерах? Да. 2 тарелки. А у меня супер салат. Вот это супер салат. Ну что, смотрится хорошо. Или это дыма дрессинг была, да? Это ранч? Не, это дрессинг, да. У меня мой ранч. Это? Я заказала ранч, где мой ранч? Ну, давай быстрее. Нет, понял. Ты мне куда-то втулил его, а я не знаю, куда я его дел. А что ты хочешь? На. Посмотри. А ты куда? Ну ему его шейки дали. А, ну сейчас дадут, наверное, еще. Дай мне мою еду как-то. Смотрите, нам дали 4 разноса. Вот каждому по разносу. Каждому по разносу, это твой. Ну так обычно, да. Не объешься, какой мой? Вот такой бургер, твое. Смотрите. Вот это супер бургер. Вот такой. Так выглядит. Мясо классное здесь. Картошка мне здесь очень нравится. Ну, картошечку дай-ка сюда. Мою. Которая с чесноком. Назар определяет на нюх. Ну, с чесноком есть?
все летает. На улице мне нравится сидеть, но здесь все летает. Попробуй тут крайнее, нет, я думаю. Не знаю. А ну, мам, пробуй, какая еще знаком. В общем, вот такой обед у нас сегодня получился. На, показывай, что там видел. Держи. Птица. Птица? Вкусно. Нет. Не давать, не кормить голубей. Так, ну все, мы покушали. Все, я думаю, сытые. Да, мальчики? Они говорят, что я им давно обещал супер-бук-дупер. Когда? И вот привез, в конце концов. Когда ты обещал? Не знаю, говорят, что давно. А. Откуда я знаю, когда? Ладно, все. Все, идем в машину, едем домой. Смотрите, реклама от лифта. Пожалуйста, сделай вакцину, прими, дадим тебе $10. Ну и возникает разумный вопрос. В честь чего тебе платят $10 для того, чтобы ты вакцинировался? Знаешь, для чего? А для чего? Они могут это сказать. У нас 90% наших водителей вакцинированы. Это заявить. Как это не для водителей, это для пассажиров. Это не для пассажиров. Для пассажиров? Да. И 10%. 10%. А если я буду 10 раз приходить вакцинироваться? Ну, ты каждый раз по десятке получишь. Ты не получаешь $10. Не 10, $10 минус твои райд. Ну, я понял, конечно. Папа. Ребята, ваши версии. Как вы думаете, почему платят $10 за вакцинацию? Обычно ж надо самим платить, чтобы получить вакцину. Пишите ваши версии в комментариях.